Дорогие друзья, всем привет! С вами канал Quest Voyage, Наталья и Андрей. Сейчас мы приехали в отель Jazz Mirabel Beach. Это 5-звездочный отель. Если вы приезжаете вечером, вас встречает вот такой шикарный фонтан, поющий. Уже при въезде отель производит неизгладимое впечатление роскоши, красоты и ухоженности. Предыдущие выпуски мы посвятили обзору еды, обзору пляжа. В этом выпуске мы покажем полный обзор территории и своего номера. Будьте с нами, не переключайтесь. И давайте более детально рассмотрим наш номер. Нам дали Family Room, это двухкомнатный номер. Первая комната состоит из двух диванчиков и вот такого чайного набора, скажем так. Каждый день добавляют чай зеленый, черный, кофе. Чайник здесь рабочий, воды достаточно много дают, воду не жалеют. Комната эта первая достаточно большая, ее можно закрыть раздвижными дверями и уединиться в спальне. Спальня большая, широкая, просторная, все очень чисто. Из минусов для меня было единственное, что это не общая кровать, а две кровати, которые просто сдвинули. Очень приятное освещение, регулируемое, можно создать комфортные условия для сна, для отдыха. Выход на балкон, либо на террасу. Давайте посмотрим. Вот такой вот широкий приятный балкончик, столик небольшой, два стульчика. Давайте еще раз пройдемся в начало. Самих апартаментов покажу вам шкаф. Шкаф вместительный, тремпелей достаточно. Имеется запасная подушка, запасное одеяло. Удобные ящики для всяких мелочей. Все чистенько, все без пыли. Мне это нравится. Вот тепленькое одеяло, о котором я говорила. Сейф рабочий, еще две дополнительных полочки. Смотрим, что у нас в ванне. Мыльные принадлежности, бальзам, шампунь, гель для душа, шапочка для душа, мыло. Так, это у нас ушные палочки, здесь у нас мыло. Сейчас посмотрим. Мыло достаточно странное, кажется, как уже кто-то им пользовался. Ну ладно, не будем на этом акцентировать. Сантехника вся рабочая, это главное. Так, смотрим дальше. Полотенца все на месте. Душ уютный, большой, комфортно. Все очень чистенько, все убрано. Мне это нравится. Полотенце, все на месте, все есть. Ну что, доброе утро. Мы купаемся в бассейне 6:30 утра. Красивый вид, там Наташенька плавает. Вот наш вид нашего отельчика. Людей нет, птички поют. And now it makes me wonder, but now I won't believe. And now it makes me wonder, but now I won't believe. And now it makes me wonder. Друзья, теперь давайте более подробно рассмотрим, что же собой представляет отель Jazz Mirabel Beach. Это очень уютное, тихое, спокойное место. Здесь будет очень хорошо парам с детками, молодым парам, взрослым парам, семьям. Здесь будет отлично отдыхать компанией. Это соотношение цены и качества. Отель очень ухоженный. Каждый кусочек этого отеля говорит о том, что его любят, за ним следят. И следят за тем, чтобы туристу в этом отеле было хорошо и комфортно. Большое количество бассейнов, они чистые, без запаха хлора. Здесь постоянно есть место и свободные шезлонги. Вы можете расслабиться здесь, попить кофе, позагорать, поплавать, насладиться солнышком. Если вы приезжаете в ветреный период, а примерно с декабря и по март, здесь есть бассейны с подогревом, поэтому вам будет комфортно. Но все же рекомендую избегать ветреных периодов с декабря по март в этой бухте Напк. Рекомендуем ехать в более тихое место. Давайте теперь поговорим о инфраструктуре отеля. Корпуса находятся по периметру. В середине находится вся инфраструктура. Весь класс и весь шик отеля состоит в его ресторанах, в бассейнах и в самой территории.
она большая, она красивая. Каждый кусочек отеля имеет свой аромат, цветочный, травяной. Здесь постоянно поют птицы. Меня этот отель очень расслабил. Мы находились здесь 17 дней, и, признаюсь, нам не надоело. И мы с удовольствием вернулись сюда еще раз. С левой стороны находится ресторан, куда можно заходить с детками, завтракать, обедать и ужинать. Чуть правее находится ресторан только для взрослых. Это очень удобное разграничение, если вы приезжаете сюда, чтобы найти покой без детской суеты и криков. Взор плавно перешел на бар, где вы можете провести трапезу позднего завтрака. Так, ну что, сейчас идем смотреть, пробовать тренажерный зал. Покажем, что там есть. Потренируемся. Вот я оделась. У меня травма, я и тренируюсь. Ага. Большой, светлый. Мне нравится. Водичка тоже есть. Вот водичка. Так, ну что, будем пробовать. Давай, дорожка хорошая. Можно подобрать себя, как удобно. Можно, конечно, бегать на пляже, но на пляже может быть еще жарковато, а здесь температура комфортная. Тренажерный зал мне понравился. Приходите заниматься, держите тело в форме, и вы будете довольны собой и отдыхом. Кстати, для любителей футбола прошу, не изнуряйте свое тело постоянной едой. Будьте разнообразны. Мы идем на разведку в аквапарк. Вот смотрите, какой вид открывается сразу на горы, на красоту. Это уже территория четверочки. Расскажи, скользит горка нормально или не особо? Можно было найти на подушечках. А тут есть подушечки? Да, я видел на первом этаже. Вечерняя шоу-программа. Пишите комментарии, отзывы. Может быть, вы где-то видели получше, поинтересней. Будем рассматривать другие отели для обзоров. Поэтому пишите, где вам понравилось. Заедем, посмотрим, снимем видео. Выложим для всех, чтобы все знали, куда ехать и за какими впечатлениями. Сейчас возвращаемся на живую музыку. Она вот там вот у нас проходит на террасе над ресепшеном. Посмотрим, что у нас будет дальше. Подписывайтесь на наш канал Quest Voyage, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!